здесь у нас идет тремоло по шестой струне, по приглушенной, естественно. Просто чередуем удары вниз-вверх. Далее идут квинты. Мы, естественно, не будем считать, сколько ударов. Это ни к чему. И, естественно, тренировать слух. Всегда, ребята, старайтесь запоминать на слух. Старайтесь чувствовать. Вот. Потому что считать это ненадежно. Где-то собьетесь. Вот. И в любом случае у организма есть природная память слуховая. То есть ритмически все равно все это можно усвоить. После тремоло по шестой струне у нас будет квинта с пятого лада, тоже шестая струна. Вот, я думаю, вы уже довольно-таки хорошо запомнили, что такое квинта. Я не буду вдаваться в теоретические подробности, поскольку считаю все это пустым и ненужным, по крайней мере для нас, любителей настоящей музыки. Вот, для нас, гитаристов, квинта не имеет значения. Не происхождение этого слова, я вам по секрету скажу, то, что вы сами знаете, это 5. Вот. Ну, квинта — это интервал, вот, в музыке. Это расстояние от одного звука до другого. Вот, абсолютно ненужная нам с вами информация. Все, что нам нужно, это квинта знать. То есть у гитариста квинта это две струны. Первый палец указательный — это сверху струна. И пониже струна, ну, в данном случае у нас будет шестая струна и пятая. Указательный будет на шестой струне, через лад мы ставим третий палец на пониже струну, это на пятую. Вот это и есть квинта. Вот. В данном случае аппликатурный вариант квинты, гитарный. Ну и квинту, которую пообъемнее, я ее называю полной. Мы еще мизинец поставляем на четвертую струну, на том же ладу, на котором мы третий зажимаем. Вот. Это самый такой основной вариант постановки квинты. Почему полный? Потому что, ну, побольше звука, все. Не потому, что там есть, нет квинт таких, неважно. В данном случае именно таким образом. Вот убрали палец, значит, мизинец. Получилось чуть поменьше ноту. Так побольше. В зависимости от того, что именно нам нужно. Итак, квинты для гитариста. Указательный палец и третий палец через лад на пониже струны. Все. В данном случае это у нас будет шестой струны. Я всегда говорю, с какой, потому что указательный у нас ведущий. Если мы поставим указательный палец на первый лад, в любом случае третий у нас будет через лад справа на пятой и нижней струне. Уже не обязательно говорить, какой будет здесь лад. Я говорю, поэтому указательный палец такой. Итак, пятый лад. Это шестая струна, пятый лад. Указательный палец. Далее мы сдвигаем на четвертый лад, тоже с шестой струны квинта. Третья позиция — это первый лад. Шестая струна, первый лад. Квинта с шестой струны на первом ладу. Вот это заглавная такая вещь в этой, значит, композиции Металлики. И возвращаемся вот на эту квинту. Это шестая квинта и пятая с четвертой на втором ладу. Можно в этой позиции сыграть. Ну, просто здесь немножко все это, грубо говоря, пониже, потяжелее. Пятый, четвертый, первый, открытый квинт. Ну, 4 квинта получилось. Между ними тремоло. На приглушенной шестой струне. Далее мы чередуем квинту с открытой шестой, далее тремоло, и квинту с третьего лада с шестой струны. Возвращаемся опять к открытой. Вот этот момент. Тремоло. Вниз-вниз. Вниз-вниз. Таким образом. То есть это можно обозначить как куплет в этой песне. Вот это вступление.
сам текст, сам куплет играется вот именно на этом рифе.